утренний пляж. Время примерно 8 часов. Я вот с таких необычных ракурсов зачастую проходят съемки. И, как обещал, небольшое сравнение валюты в понимании, с чем сюда все-таки ехать. Ой, как хорошо, что это моя семья, потому что если бы я их увидел... Всем привет! Вот у нас третий день пребывания в отеле. 6 утра встать не получилось. А если быть точнее, то в 6:15 я встал. Но пока мои булочки дрыхли, я монтировал следующее видео. Родители мои уже с самого утра позавтракали, убежали на пляж, заняли нам места. Сегодня хотели с Яной немножко пофотографироваться на пляже, но сейчас поели опять как поросята. Каждый вечер такие, так, с утра там салатик покушаем, фрукты, но не получается. Такие тосты, сыра много, блин. В общем, придем на пляж, немножко позанимаемся, и если наши животы уйдут, то сделаем пару фоток. Вода. И набираем воду. Водяной пистолетик. Смотрите, какая она модная у нас. Утренний пляж, время примерно 8 часов. Лодки загорают, камни, пирс, пальмы, релакс. Вода прозрачная, море с утра тихое, не взбаламутанное. Всех рыбок, каждый камешек видно. Самое классное время. Очень необычное место. Друзья, вот с таких необычных ракурсов зачастую проходят съемки. Друзья, как обещал, небольшое сравнение валюты в понимании, с чем сюда все-таки ехать. Мы ни лиры, ни доллары не брали. У меня банкомат Unicredit банка, и мы нашли представительство этого банка здесь, Yabik Credit Bank. И сняли вчера с российской карточки сразу лиры. Вот, чтобы понимать, я снял 250 лир, перевел, у меня получилось 3915 рублей. И одна лира для меня обошлась 15,66 рублей. В то время, когда курс ее получается 13,7 рубля. Ну, где-то на 2 рубля 50 копеек разница с одной лиры. То есть, если бы я покупал лиры, обменивал здесь, то для меня бы они обошлись 3,17 за лиру. И 250 лир вышло бы 3300. Разница 600 рублей. Но это если, опять же, найти такой курс здесь. А здесь в обменнике мы еще не заходили, не знаем. Ну вот. Исходя из этой математики, думайте, с какой валютой лучше ехать. Также здесь можно оплачивать сразу в долларах, вот, в магазинах, либо карточкой. Но опять же, если оплачивать русской карточкой, будет двойная конвертация. Но мы оплачивали картой вчера. И что касается цен, что хотели сказать. Бутылка воды 0,90 лир. То есть, ну, там плюс-минус 10-11 рублей где-то. Игрушку купили Микки почти 10 лир. Ну, где-то 120-130 рублей она вышла, там чуть меньше. Зубочистки взяли примерно по такой же цене, там 50 штук, очень крутые. Нам понравились, мы в том году брали очень плотные. И вот маленькое молочко, коктейльчик для Микки брали, да? Лира 50. 15-17 рублей где-то. Ну, а Микка играет с мылом. Да? Как выяснилось, тут еще открывается крыша в столовой. Класс. Там такая панорамка получается. А, и есть два козырных столика. Они прямо напротив кондиционера. Мы про них тоже недавно узнали. И вот первый раз воспользовались ситуацией. Что еще хотел сказать. Днем пропадает много времени, поскольку ребенок засыпает.
мы до палящего солнца загораем, идем в номер, обедаем. И вот после обеда получается, что мы сейчас выбираемся только почти в 6 часов. Пропадает весь день. А как делать, я не знаю. Вопрос. Надо с этим что-то придумать, иначе полдня будет всегда вылетать из графика. А как вы делаете с маленькими детьми, кто ездил? Интересно, пишите. Скажи, как ты говоришь? Скажи вот так, смотри. Ну-ну-ну. Не-не. Ой, как хорошо, что это моя семья, потому что если бы я их увидел, я бы к ним подкатил. Ой, какие красавицы. Вы еще не подписаны на мой канал? Обязательно подпишитесь. Вы посмотрите, какие у меня красивые, какие у меня красивые модели. Бесплатно снимаются. Я его не знаю. Видите, как? И театральные навыки просто. Вы верите ей? Угу. Актриса. Актриса вообще. И одна, и вторая. А как соблазнить актрису? Об этом в моих следующих видео. Это какой-то национальный парк. Позже сможем прокомментировать, что это. Only for pedestrian. Мне кажется, можно просто снимать какой-то фильм здесь. Собачье сердце. Очень много собак. Разные эмоции у них. Вот как я сегодня про обзоры читал, здесь нет каких-то дохлых и несчастных собак. Все достаточно упитанные и хорошо выглядят. У каждого в ухе серьга, кстати, с номером муниципалитета, к которому они привязаны. Кучка, мы выбрались прогуляться по набережной. Жалко, камера сейчас не передает высоту волн, которые плещутся о берег. Можно только услышать. Друзья, буду небольшие зарисовки делать про Турцию и про Анталию. Немножко географии. Государство Турция находится в большей части Юго-Западной Азии и частично в Южной Европе. Это чтобы понимать, где примерно находится на карте. А вот и Дондурма. Да? Один шарик любого мороженого Дондурма 4 лиры. 1 лира 13 с половиной, сколько там получается, короче, до 60 рублей за шарик. Что Мия кушает в Турции по большей части? Это хлеб и шоколадный дондурма. Ням-ням-ням. Белиссимо. Вкусно? Атмосфера непередаваемая. Романтик. Население Турции составляет 79,4 миллиона человек. Много-мало? Как по вам? Площадь территории Турции составляет 783 тысячи квадратных километров. Достаточно крупное государство. Кажется, мы нашли место, где люди живут в палатках дикарями. Здесь целый городок. Обязательно придем сюда в светлое время, чтобы показать это все. Друзья, вы сходу скажете, какая столица Турции? Столица Турции — Анкара. А многие ведь думают, что Стамбул. Мы сегодня почитали на эту тему и в Википедии, и в интернете. Действительно, люди почему-то немножко путают моменты в истории. Вот. Но тем не менее запомните. Анкара — столица Турции. Телефонный код города, точнее страны, 90. Ну что, более внимательно проговорим про цены. Киндер 2,5 лиры. Посмотрим, что тут у нас. Сладости. Ну вот, какой-то освежающий чаек. 4,75 лиры. Наверное, надо пройтись по каким-то известным брендам, да?
Здоровая пачка чая. Не знаю, сколько здесь килограмм. 28-45 лир. И заметьте, какие здоровые все пачки. Ну, если смотрят мясоеды, вот, в принципе, какая информация. Фрукты, овощи в Турции дешевые, мясо дорогое. Большие пачки чипсов 4,39 лир, 4,40, переводите по курсу, сколько это стоит. Лейс 4,39. Ну вот цены на хлеб 2,50, в принципе, сколько это, 26 рублей, да, где-то 30, вот за такой вот. Побольше уже, вот 500 грамм, 3,50 умножать. Один манго 9,90. Авокадо 3,95. Ананас, так. И вот интересно, бананчики сколько стоят? Не могу понять. Что здесь бананы? Вот это вот бананы 9,95. Непонятно. Ой, смотрите, какой лаваш. 4 лиры. Свежий такой, да? Карта нори. 32 лиры. Ну давайте просто покажем энергетики. Маленький бёрн 3,20. И всяко, мне кажется, это дешевле, чем у нас. Это 50 рублей, да, примерно. 0,5. 5,95. Red Bull. Red Bull дорогой. 24. Казан. Такая вот кафешка уютная. И надо будет обязательно в Western Union заскочить, чтобы сравнить курс. Доллар, рубль, лира. И, возможно, мы отсюда выйдем. Выбрались потусить. Но наша тусовка — это вот. Полежать, попить кофе, полистать Инстаграм, поставить лайки, поставить дизлайки. Сегодня очень тихо и спокойно. Танцует только одна девушка. Очень классно. А там теннис мы еще не играли. Яна Дмитриевна, вкусный кофе? Хорошо. А вам здесь нравится? Да, вы в полном восторге? Янина любимая песня. Мия, пойдешь танцевать? Нет. Давай. Оу.